Шеф-повар Максим Григорьев. Шоколадная глазурь из какао и молока. Различные рецепты шоколадной глазури старается себе записать в кулинарную книгу практически каждая хозяйка. А все почему? А все потому, что шоколадная глазурь – это самый простой способ красиво и вкусно украсить любой торт, рулет, кекс или другой десерт. Время приготовления – 5 минут. Ингредиенты. Какао-порошок 4 чайные ложки. Масло подсолнечное рафинированное 2 столовые ложки. Молоко 3 столовые ложки. Сахар 8 столовых ложек. Шаг 1. Для работы нам понадобится молоко, какао, сахар, подсолнечное рафинированное масло. Шаг 2. В толстостенной кастрюле соединить сахар 8 столовых ложек и какао 4 столовые ложки. Хорошо растереть, чтобы растерлись все комки какао. Шаг 3. Добавить молоко, 3 столовые ложки, и перемешать. Шаг 4. Нагревать на среднем огне, помешивая, пока смесь не закипит. Кипятить 1 минуту. Снять с огня и вмешать подсолнечное масло, 2 столовые ложки. Шаг 5. Шоколадная глазурь из какао и молока готова. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.